Пациенты из приемного отделения срочно доставляют на компьютерную томографию. Причина тяжелого состояния не ясна. Скорая забрала человека с улицы. На томографии можно увидеть признаки воспаления легких, легочной эмболии, перелома опухоли и метастазов костной ткани. Незаменимые исследования при инсульте. Мы работали вслепую, мы ставили диагноз только на основании клинических данных. Это очень тяжело, потому что инсульт маскируется очень часто. Симптомы инсульта могут быть проявлением множества других заболеваний. Если с момента инсульта прошло не более 4 часов, проводят тромболизис. Он восстанавливает кровоток в сосудах. К слову, аппарат КТ появился в районе благодаря созданию сосудистого центра на базе районной больницы. Еще одно преимущество компьютерной томографии – быстрота исследования. То есть в данном случае, когда пациенту сделали все зоны интереса, а это была голова, шея, грудная клетка, поясничный отдел позвоночника, кости таза, это заняло примерно около 5 минут. Опираясь на исследования, врачи оперативно назначают лечение. Аппарат работает круглосуточно. В день проводится по 40 исследований, благодаря которым удается спасти жизнь. Оксана Мирошникова, Кирилл Емельянов. Программа «События».